Всем привет! В сегодняшнем видео приготовим коктейль пива со сметаной. Данный коктейль подойдет тем людям, которым нужно набрать массу. Больше никому, я думаю. Хотя он довольно вкусный. Так, что нам понадобится? 200 грамм сметаны и пиво 300 миллилитров. Приступим. Отольем пиво. Стакан 300 миллилитров. Пускай осядет. Добавим сметану в отдельный бокал. Yes. Двести грамм. И 150 миллилитров пива. Ну, где-то вот так перемешаем. Хорошенько. И остальную часть пива. И еще раз перемешаем. Сорян за грязные руки. Ну не знаю, пробуем. Пробуем. Ой. Ой, вкусная фигня. По вкусу как пиво со сметаной. Все. Всем пока. Видео подготовлено для сайта alkalife.ru. Ссылка на статью с более подробными материалами в описании.